Ого! Давай. Элип Загаде, привет! Привет! Смотрим ролик. Коммент был взят с канала Ландау по вызову под реакцию на топ-10 Hardest Demons in Geometry Dash. Так. Прям чисто для нас. Подожди, нет, 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 коммент. Амчиба, ебаная! Что ты заработал за мою... Ты чё за них заступаешься, грызай в каждой жопе затычка? Это, видимо... нахуй. А перед началом подпишитесь, поставьте лайки, полегче. Просто просмотр рекомендуется. Это я так понимаю, видимо, там был какой-то комментарий. Подожди, подожди, а сейчас скажу. Ответил. Что, наверное, типа, хули они смотрят, если они разбираются в Geometry Dash? Да, а тут мы не писали, видели его. Наверное. А нам писали, что типа, да нормально, типа, пускай смотрят, все. А тут говорю, что ты заступаешь, скажи, жопе затычка. А это была ответка на этот комментарий. Все, я поняла. Мы смотрим. То, что нас заказывают. Поэтому канал называется Ландау по вызову. Да. Ну, мало ли, если что. Мы же не знатоки всемирные, мы, конечно, естественно, конечно, не во всем разбираемся. Но... Да, я сказала, не во много во всем а разбираемся. Там прикольно, когда говорят, типа: а че вы не можете не смотреть, че ли? Вам кинули, вы ж не понимаете, скажите, иди нахуй. Так, бля, мы так можно на любой ролик такой. Я не разбираюсь в этом, смотреть не буду. И деньги не верну. В смысле? И тебе будут проскидать, я такой. Кстати. Я не хочу. Многим людям, между прочим, очень интересно, наоборот, почему-то, я оказывается, так есть, посмотреть реакцию людей, которые не разбираются, что посмотреть, что первые эмоции, первые впечатления. Я недавно смотрела нашу первую реакцию, когда я зашла в Майнкрафт, и я помню, как я перепутала верстак с какао-бобом. Не, я смотрела, так смешно. Не, это нормально, да, но бывает такое, когда смотришь обзор про игру, которую вообще не понимаешь, и там рассказывают нюансы этой игры. И ты вообще ничего не сложно. Понимаешь. Как там можно что смотреть интересно? Ну, ты же, в принципе, понимаешь, о чем говорят. Ну, поэтому мы молчим тогда. Что делать? Ладно, к теме. Позиция РК в топе нет. Основной топе нет, позиция нет, в основном топе нету. Значит, memory extreme демоны. Memory – это память. Окей, это значит памятные, что? Памятные possible свинги. Что? Что ты сказал? Может, тут тебе нужна мышечная память, пальчики, чтобы твои уже автоматически все херачили по кнопочкам? Ого, суровый квадрат ножиком кидается. Похоже на YouTube. А, потому что цветовая гамма. А, он еще лазерами. Прикольненько. Похоже на файт с этим квадратом красным. А, тоже холодную войну показывают. СССР Луна, причем стреляет в... в США Луну. США Луну. Да. Опа, меч. Бля, прикольненько. Тебе еще нравится, что есть какая-то история в уровне, да? История? Ну да. Какие-то файтинги, какая-то борьба с кого-то, с кем-то. То есть ты не просто пролетаешь, а у тебя какие-то еще интерактивные, интересные элементы. Так, а это что? Позиция РК в топе нет, сну в топе нет, нет, в автобусном топе нет. Эксе. Зеленая-зеленая. На матрицу похоже, по световой гамме. Там тоже всегда зеленая-зеленая. Все, красная-красная. Бля. Ну, про эпилепсию сейчас... предупреждали, если что. Там еще какой-то текст написан. Да, вижу. Да, вижу. Факин. Факин тракин. Ох. Фокин, бля. Прикольно. Ну, правда, у тебя был выбор с край написано, кричи. Что там? Там какая-то морда нарисована. Хоть разойдите все. Текст какой-то. Да. Там рисунок. Я когда смотрю, мне бывает, наверное, немножечко выброс. Знаешь, как на качели, когда катаешься, чуть-чуть вот такой, ух. Как будто ты в лифте, да? Ну да, но у меня в лифте такого нет почти никогда. Я понимаю, что между когда на кочке подскакиваешь. Ну, типа, резко вниз падаешь. Ну да. Такой, только такой микро-микро момент. Просто люди не понимают, что за выброс, что ты имеешь в виду. У меня выброс бывает. Что за выброс? Ну, такой уровень прям вообще дикий. Не знаю, именно из-за такой вот вспышек постоянно. Невозможно какой-то. Так, супер пробабли левел. Позиция в топе 127. В РК топе нет, в основном топе. Немножечко похож на первый уровень
вот такие вот похожие конструкции. Кое-где мы летим прям в стену вроде. А вот надо помнить, потому что вроде, в том-то дело, что вроде. Тут такое ощущение, как будто на месте он, да? Из-за иллюзии. Бля, здесь вообще непонятно, как. Смотри, куда? Кажется, как будто на месте. Это вообще ужас. Именно из-за вот этой вот оптической иллюзии. Но эти приморы все это очень сильно отличаются от таких стандартных, знаешь? Да, конечно. Все такие. Стандартные, в смысле, индивидуальные все. Ну да, да. Ну в этом же и прикол, что ты можешь, как бы, ну не ты, а человек, который вот эту карту мэппинг, да, занимается. Мэппинг делает. Карту мэппинг делает. Да, карту мэппинг. Ну поняли. Картинг, да. Тут говорили, что у сообщества есть своя терминология, и они ее используют. Тоже прикольный уровень. Первый мне, наверное, больше понравился. Из-за объекта. Лимба, не пройден. Позиция в топе. О, высокий, смотри. 11. Позиция в арка, топе. Арка, что? Я не знаю, не поняла, что арка. Русский клуб? Коммунизм. Ориентировочный 17. Сомневаюсь, что такая расстройка. Иди русских коммунистов. Да. О, смотри, сбоку. Фокус. Точнее, сзади как будто был глаз. Тут просто не то, что не отличаются, они же в разных стилистиках сделаны, эти уровни. Видишь, вот, допустим, первый и вот этот уровень. Они же как бы конкретно отличаются по дизайну. Ну вот скажу, да, вот как догадаться, через какие кружки тут пролетать? Тут миллион этих кружков, видишь? Надо знать. Конечно. Надо миллион раз сделать, потом такие, в этот кружок нельзя. Хорошо. Я исчезает раньше. Угу. А тут все, тут надо так научиться, чтобы ты мог с закрытыми глазами играть. Но вообще не уверена, что такое можно пройти. Честно говоря. Не, ну хотя... Мы смотрели с тобой, как люди... Demon Slayer, смотри, да? Вообще, если бот проходит, да? Ну. Значит, что? Возможно пройти человеку. Нет, просто клик, палец не так быстро нажимает. Дело, что клик, палец не так нажимает. Скорость не та, поэтому не сможешь пройти. Но вообще пройти. Это возможно. Да нет. Ну, я же говорю, скорость отклика у человека же меньше гораздо. Ну, меньше, но если бы он правильно нажал, то он бы как бы смог бы пройти. Нет, тут дело в том, что, может быть, так подобрана сама по себе игра, что так быстро нужно нажать подряд, что ты просто не успеешь никак физически, понимаешь? А машина успеет. Поэтому как будто проход, человек нет. А, прикольно, тут еще как будто тебя пресс похает. Что заметила, то и сказала. Тональность повысилась, да? Мне кажется, что этот уровень длиннее, чем предыдущие, которые показывали. Ой. Ой, штоники прыгаем. Так тут даже непонятно, куда. Просто. А, по кубикам сзади. Штоники. Да? Нет? В смысле, штоники, это кролик. Даже не понимаю, где он прыгает, куда он летит. Куда-то. Просто все очень интерактивно и так передвигается. Ой, тут вообще как будто совсем другой уровень, глянь. Да? Все, прошел. Конец. Да? Лимба. Прошел? Да. О, вот он. Падает. По-другому концовка у него. Вниз летит. Лимба это типа как лимб, как междумирье. Нет, лимба это штука такая, как. А, которая через палочку. Нет, ну это я знаю. Спасибо за просмотр, пожалуйста. Обращайтесь.